Он был самым завидным женихом Турции, но теперь он женат. Тем не менее, интерес и любовь к большому таланту турецкого актера не угасает, а скорее наоборот, только возрастает. Быстрее проверяй свою подписку на канал, пристегнись, и мы начинаем! Это 5 неожиданных фактов про Бурака Айшевита. А ему реально есть чем удивить нас с вами. Поехали! Факт первый. Фобии. Каким бы мужественным и смелым ни казался человек, у каждого все равно найдется хотя бы одно слабое место. У Бурака таких мест нашлось как минимум 2. Первая проблема – это никтофобия. Еще с детства и до сих пор, даже повзрослев, актер жуть как боится темноты, неосвещенных помещений и ночи как таковой. Поэтому яркий ночник в спальне Бурака Айшевита и его жены Фахрие Эвджен – обычное и обязательное дело. Вторая проблема – это дентофобия. То бишь Бурак еще и боится зубных врачей. К слову, этой фобией страдает треть людей на планете. Хорошо, что актеру наследственно достали здоровые зубы и безупречная улыбка, так что к дантисту он ходит очень редко. Факт номер 2. Нет блондинкам. Если большинство мужчин опасается рыжих бестий, то наш Бурак больше других опасается именно блондинок. Но должен заметить, что дело здесь не столько в цвете волос, а в поведении и подаче себя. Таких женщин он еще называет истинные, чрезмерные блондинки. Свою нелюбовь объясняет тем, что, мол, не знаешь, чего от них ожидать и чего они в принципе хотят от жизни. Факт номер 3. Байкер. Вся эта скучная жизнь на светских вечеринках, неспешное потягивание винца из бокала и фальшивые комплименты коллегам по цеху точно не для Бурака Айшевита. Надеть черный шлем на голову, посадить позади себя на мотоцикл любимую жену Фахрие, выжать газ до упора – вот оно истинное удовольствие в жизни актера. Для него нет ничего слаще, как покататься по городу на любимом байке. Факт номер 4. Особенная стирка. Казалось бы, ну что может быть особенного в стирке одежды и белья? Нет-нет, вручную Бурак этого не делает, все-таки 21 век на дворе. Но есть у него одно причудливое требование к этому процессу. Вместо традиционного ополаскивателя, кондиционера, он использует парфюм с запахом океана. Дорогая, однако, стирка получается. Но ничего, Бурак человек состоятельный, может себе позволить. Факт номер 5. Многодетный отец. Пока еще нет, но в перспективе мы можем увидеть вокруг Бурака Айшевита много резвых детишек. Если, конечно, он вдруг не передумает со временем. Актер уже не раз заявлял, что хочет иметь не менее 5 детей. Интересно, если все-таки Бурак когда-то станет многодетным отцом, льготы от государства ему полагаются или нет? Полагаю, будет уместным, если ты оставишь свой комментарий по поводу озвученных фактов. Чем удивил Бурак Айшевит? Напиши под этим видео и поставь лайк.